Иванова присоединился к всероссийской акции «Мы граждане России», ключевое событие которой – вручение первых паспортов ребятам, которым исполнилось 14. В такой торжественной и немного волнительной атмосфере главный документ вручали отличникам учебы и тем, кто отличился заслугами и достижениями. Основная государственная услуга миграционной службы – это оформление, выдача паспортов гражданин Российской Федерации. За прошлый год мы выдали чуть более 45 тысяч паспортов, из которых 10 тысяч – это нашим ребятам, которые достигли возраста 14 лет. За 5 месяцев этого года уже 17 тысяч выдали, из них 3780 ребяткам, которые достигли 14-летия возраста. Собравшимся ребятам рассказали, насколько это важное событие в их жизни, как необходимо относиться к документу и какие функции он несет. Для школьников этот день запомнится как настоящий правовой праздник. Я обучаюсь в Иваново-Вознесенском кадетском корпусе имени генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева. Мне там очень нравится, обучаюсь я там с 5 класса. Ну и так как моя бывшая цель, ну, ближе к военной, то мне это очень понадобится. Получая паспорт, я чувствую себя более ответственным, так как я уже несу за себя сам ответственность. Ребята пришли на вручение со своими родителями и учителями. Взрослые, пожалуй, даже больше детей понимают значимость и торжественность церемонии. С получением паспорта школьников поздравили первые лица региона. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.